друзья, давно мы с вами не виделись, и многие из вас мне писали: «Лера, покажи свой заказ с кардом». Я, когда заказывала себе вещи последний раз, я хотела собрать какой-то более женственный гардероб, какие-то более нежные вещи, которые будут подчеркивать мою фигуру, что-то теплое, но в то же время очень такое женственное, повторюсь же. Я очень часто люблю большие какие-то свитера, какие-то широкие брюки. В этот раз я руководствовалась тем, чтобы быть просто красивой. Вот, поэтому давайте приступим, не буду оттягивать. Первую вещь, которую я хочу вам показать, это вот такое джинсовое платье. Вы меня тоже часто спрашивали: «Лера, откуда это платье?» Это платье я заказывала на сайте Карда. Мне нравится, что оно натуральное. Это натуральный такой стрейчевый хлопок. И опять же, это модель, которую я просто обожаю, всем советую. Оно очень красиво подчеркивает фигуру, оно идет по фигуре, поясок на талии очень классно подчеркивает талию. И мне нравится, что она не совсем прям узкая, что дает возможность в нем нормально себя комфортно чувствовать. И в то же время, если, девушки, у вас широкие бедра, но вам хочется все-таки что-то такое более обтягивающее носить, эта модель идеально вам подойдет. Мне нравится этот цвет, мне нравится сочетать его с модным сейчас красным, серым, с бежевым цветом. Очень-очень-очень классное платье, я его просто обожаю. Следующее платье тоже супер женственное, в принципе, как и вся одежда, которую я заказывала. Это вот такое платье, оно немного мне напоминает по своей стилистике Шанель. Здесь такие пуговки жемчужные, мне оно очень нравится. Оно довольно-таки короткое, что тоже позволяет открыть ноги. Я ношу с серыми ботфортами, это смотрится мега круто. И у него хороший состав, здесь есть немного синтетики, но оно очень теплое. Здесь такая как бы двойная ткань, то есть оно как сверху твидовое, шерстяное. И здесь такая еще подкладочка очень теплая. И это позволяет, например, одеть ботфорты, да, это укороченное платье, какое-то теплое пальто или шубейку, если вы носите мех. Будет смотреться просто супер круто. И даже на работу, не знаю, с подружками, вот это на свидание, отличный вариант. Очень теплое, очень удобное. Не сковывает тоже движение, потому что для меня очень важно чувствовать себя в одежде комфортно. Для меня самое главное – это комфорт. Потом я уже выбираю, модно, не модно, нравится, не нравится. И обычно вот такие женственные вещи, сексуальные, они обычно некомфортны. Они где-то стягивают, где-то нужно живот втянуть, где-то там что-то выровнять. В общем, здесь я себя чувствую очень комфортно, и в то же время оно выглядит действительно очень так же секси. Мне, кстати, всегда очень нравится, что вы отмечаете мне на фотографиях. Если что-то покупаете себе по моим советам, скидывайте мне фотографии в директ. Поэтому, если вы что-то покупаете по моим советам, отправляйте. Мне будет очень интересно посмотреть, как на вас сидят эти вещи. Следующее, что я себе купила, это костюм. Я просто обожаю костюмы. Мне кажется, это очень такие statement pieces, когда ты просто надеваешь костюм и все, тебе больше не нужно париться, просто какую-то обувь подобрал, сумку взял и все. Я себе заказала вот такой красный твидовый костюм. Также на сайте этот костюм есть в синем цвете, он менее такой яркий, его можно отлично носить на работу, если у вас какой-то строгий дресс-код. Он очень женственный, и мне он очень понравился. Также для вашего удобства я внизу под этим видео оставлю размеры, в которых я заказывала эту одежду, оставлю ссылки на них и напишу свои параметры, чтобы вы могли приблизительно сравнить, какой размер вам нужен. Этот жакет будет отлично сочетаться и с джинсами, и с брюками, и с каким-то платьем. Но также я вам хочу показать юбку. Это самая идеальная юбка-карандаш, которая у меня, честно говоря, есть. Во-первых, ее длина. Она немного ниже колена. Мне нравятся юбки-карандаш, которые прикрывают колено. Те, которые не прикрывают колено, они немного, мне кажется, все-таки укорачивают меня, что ли. Не знаю, мне не нравится, как они на мне сидят. Вот. У этой юбки-карандаш немного свободный крой, поэтому она не будет прям вот подчеркивать, стягивать все. Она красиво подчеркивает талию, подчеркивает попу. И уже от бедра она идет немножко свободной, что позволяет скрыть, если ножки немного полноваты, да, или какие-то несовершенства фигуры, она все идеально скрывает. Так что я очень советую обратить вам внимание на этот костюм, либо в красном цвете, если вы не боитесь ярких цветов,
либо же в синем цвете для более такого сдержанного варианта. Я, честно говоря, даже подумываю заказать себе еще второй синий костюм, потому что я от него просто в восторге. И в чем преимущество костюмов? Это то, что их можно носить по отдельности, например, надевать юбку со свитером, юбку с блузой, жакет с джинсами, с брюками, с какой-то другой юбкой. Главное, чтобы оно просто плюс-минус сочеталось, и будет все просто супер. Следующее платье мне тоже просто безумно понравилось, хотя я не любительница черного цвета, но здесь мне понравилось сочетание, мне нравится его сдержанность, но в то же время мне нравится, что оно укороченное, оно такое мини-платье. Мне нравится этот огромный просто бант черный, который можно завязывать, как вам нравится. Мне нравится само качество платья, в нем очень комфортно, хотя это не полностью 100% натуральные ткани, но оно очень приятное к телу, в нем не жарко, не холодно, оно очень универсальное, и оно безумно меня выручает, когда нужно выглядеть хорошо, но это что-то не сильно прям торжественное, да, просто надеваешь такое платье, черные колготки, какие-то черные лодочки или черные ботильоны на каблуках, ботфорты, все что угодно, и ты выглядишь просто супер, какой-то маленький клатч или даже сумочку побольше можно взять, неважно, оно будет смотреться очень круто. И это, знаете, не бант развязался. Это не классический твид, который мы привыкли видеть. Это твид с люрексом. И это позволяет, я не знаю, сделать его каким-то более праздничным, что ли. Также на сайте Карды я заказала себе такую рубашку. Я обожаю рубашки, они меня всегда выручают. Просто надела джинсы, какой-то кардиган или какое-то платье-свитер можно одеть на эту рубашку. Но мне очень понравился этот воротник. Это не классический такой воротник, да, треугольничками в рубашке. Это воротник-стойка. И также вот эти манжеты, посмотрите, насколько они прикольные. Очень хорошее качество рубашки. Я ее брала в размере M, чтобы она немного оверсайз была. Такая рубашка, и под нее я выбрала кожаную юбку. Сейчас я вам ее покажу. Вот такая кожаная юбка. Конечно, это не натуральная кожа, это кожзам, но мне понравилось то, что она не черная. Мне понравились эти ее замочки. В общем, она прикольно садится очень даже. Я взяла ее в размере M, и ее хорошо сочетать даже больше, честно говоря, не с рубашками, а с какими-то огромными свитерами, чем-то очень мягким. То есть идет такая как бы компенсация. Сверху такое объемное, пушистое что-то, а внизу сдержанное, блестящее, такое немного тоже секси по фигурке. Так что да, я люблю кожаные юбки, они всегда очень круто смотрятся, но желательно не сочетать кожу с кожей. В плане сапоги в такой ситуации лучше выбирать, например, замшевые. Идем дальше. Рубашка, кофта, свитер, не знаю, как назвать это правильно, которая просто собрала фурор в Инстаграме. Уже многие девочки мне отправляли, что уже даже купили себе эти кофты. Это вот такая кофта с рубашкой, то есть это не отдельно, это вместе. Мне очень-очень не понравились тем, что мне хотелось чего-то теплого, но чего-то такого, знаете, нежного и женственного. Мне безумно нравятся эти манжеты, это очень красиво смотрится. Единственное, что я хочу посоветовать, надевать такие кофты, которых вот есть рубашка или какой-то низ, типа как баска, не надевать их с юбками. Такие кофты лучше всего носить со штанами и желательно даже с узкими штанами. Ну, можно, конечно, и широкими, но узкие будут смотреться лучше, потому что будет создаваться эффект такого наслоения, если юбка будет слишком много, то есть баска, очень много раз будете себя обрезать, не нужно так делать. Очень-очень теплая эта ткань, та же, которая в платье, здесь внутри такая тепленький такой начесик, и здесь она тепленькая, так что я очень советую, потому что в нем будете вы выглядеть очень женственно, и в то же время будет безумно тепло. И да, чтобы вы понимали, насколько мне понравилась эта кофта, я заказала ее себе еще в бордовом оттенке, чтобы, знаете, наверняка. На самом деле оттенки очень универсальные, что синий, что бордовый, просто мне настолько в нем комфортно, удобно, и я себя чувствую хорошо. И собираю комплименты насчет этой кофты, что я решила, да, мне нужен еще второй свитер. И последняя вещь, которую я заказала, это были джинсы, но это не просто джинсы, это такие как бы джинсовые брючки, которые очень красиво подчеркивают фигуру. Они садятся идеально, они даже как-то, я не знаю, делают мою попку, что ли, более круглой. В общем, классные штаны. Они такие очень сдержанные, в них нету никаких, знаете, высветлений, выбелений. Здесь есть такие впереди небольшие стрелочки, которые тоже могут сделать ножку стройнее. Поэтому, да, я очень советую. Они стрейчевые, они хорошо садятся по фигуре, они, в принципе, хорошего качества. Единственное, я их
еще не стирала. Я не знаю, как будет выстирываться или не будет, но само качество мне очень нравится, и плюс-минус у них еще нормальная длина, потому что на мой рост 1,75 м еще проблема найти нормально по размеру одежду, чтобы были длинные брюки. Ну что ж, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Все ссылки на одежду я оставлю вам внизу, чтобы вам удобно было посмотреть. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новых видео. Всех целую, всем пока!